Осень. Время, когда мы готовим тыквенные супы. Королевские. Креветки тоже с нами. Поехали. Основа для супа практически готова. Осталось вариться буквально пару минут, и мы приступим к креветкам. Пока жарятся креветки, мы перебьем наш суп. Добавим 1 чайную ложку меда. Добавляем кокосовое молоко. Ну, также можно заменить на сливки. И поставим суп, чтобы снова его довести до кипения. Суп готов. Приятного аппетита!